здесь мы сделаем тротуар, так, чтобы пешеходы могли идти на пешеходный мост. Потому что самая основная проблема, когда люди идут по самой улице, и машины рядом проезжают, ну их там обрызгивают. Там. В районе президента была жалоба о том, что это спальный район, люди с новостроек не могут пройти, и люди, дети, да, да, постоянно транспорт, движение. Есть случаи, когда страдали люди от транспорта. Да, да, и поэтому и было обращение. У вас в программе есть эта дорога? В долгосрочной программе эта дорога есть. И есть возможность реализовать эту улицу поэтапно за 3 года. Хорошо. Есть поручение, будем считать, что есть поручение президента, так как это было обращение приемного президента. Да? Я попрошу эту программу разработать, Артем Александрович, вас поддержать в муниципалитете, потому что понятно, что муниципалитет за свои деньги не сможет это сделать. Андрей Александрович, я предлагаю вынести этот вопрос на градостроительный совет. Я готов на условиях 50% областного дорожного фонда, 50% муниципального дорожного фонда вас поддержать, разбить на 3 этапа и проектную сметную документацию тоже разбить на 3 этапа. И мы на градсовете поставим четкие задачи по и пешеходным дорожкам, и по строительству моста к пешеходному маршруту через железную дорогу. Все? Давайте начнем. Проинформируйте жителей о том, что эта дорога будет за 3 года построена. Первый этап. Там начнете в следующем году. Да? Как да. Сезон подвигает? Весной. Ну, тогда конкурсные процедуры все закончатся. Раз. Еще, может быть, в этом году, чтобы начинать сразу с начала сезона строительства дорогу строить. Все, принимается. Все, замечательно. Принимается.